В селе Архангельское Чердаклинского района завершены работы по дегазификации. Бесплатно проложены газопроводы до границ земельных участков. Пуск газа состоялся в торжественной обстановке с участием губернатора Алексея Русских, депутата Госдумы Российской Федерации Владислава Третьяка и генерального директора ульяновских компаний «Газпром Межрегионгаз» Владимира Камека. Это, безусловно, очень знаковое и запоминающееся событие, ведь газ пришел непосредственно в жилые дома, это значит новое качество жизни, комфорт, горячая вода, тепло. Это очень важно, особенно в современном мире. Хочу поблагодарить компанию «Газпром» в целом и, безусловно, ульяновское отделение «Межрегионгазы», лично Камека Владимира Николаевича, подрядную организацию «Техносервис». Лучшие из лучших сотрудников, которые внесли особый вклад в общее дело газификации нашей области, были отмечены наградами губернатора региона и «Газпром Межрегионгаз». Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владислав Третьяк поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве сетей газоснабжения, и поздравил счастливчиков, в чьи дома пришел газ. Хотел всех поблагодарить, вот поздравить вас, наш рабочий класс, который действительно основа. То, что мы сегодня празднуем, вы действительно большое дело сделали. Вот. Всех «Газпром», партию «Единая Россия», которая тоже участвовала в этом проекте. Всех людей, которые сделали сегодня этот праздник. Поэтому еще раз вам здоровья и нам мир на земле. Одновременно в режиме телемоста символические факелы и эстафеты газа зажглись в кварталах ГИД для многодетных семей и коттеджном поселке ЖСК Петров-Овраг Заволжского района города Ульяновска. Строительство новых внутрипоселковых сетей в данных населенных пунктах общей протяженностью более 55 километров создало условия для подключения к сетевому природному газу 308 домовладений в ранее не газифицированной части Архангельского. 119 участков ЖСК Петров-Овраг и 649 земельных наделов в кварталах ГИД. Губернатор Алексей Русских, депутат Госдумы Российской Федерации Владислав Третьяк и генеральный директор ульяновских компаний «Газпром Межрегионгаз» Владимир Камека посетили супругов Ведеркеры и поздравили хозяев с подключением их дома к сетям газоснабжения. Семья уже 4 года живет в этом доме. Ранее отопление было электрическое. Как сказал хозяин дома Виктор Ведеркер, с подключением к сетям газоснабжения расходы на оплату электроэнергии существенно снизятся. Теперь мы имеем возможность топиться именно газом, потому что электричеством, которое я 4 года здесь топил, это выходит очень дорого. На нашей улице уже много было домов, подключенных к электричеству, и не выдерживали уже сети. Трансформатор уже не выдержали. В том году, зимой, мы очень сильно волновались о том, что будут постоянные сбои, отрубалось электричество. Заявку на газификацию Ведеркеры подали в августе 2021 года. К настоящему времени все строительно-монтажные работы завершены. Сеть газопотребления, отопительный котел и плита подключены. С газом нам очень удобно. Почему? Потому что, когда мы только приехали сюда, у нас не было газа. Мы варили на плитке. Это очень долго. Потом мы стали покупать газовые баллоны, ездили за газом в Ульяновск. А когда газ кончался, естественно, что опять переходили на плитку. А сейчас просто любо-дорого. Включил газ, не заканчивается. К слову сказать, хозяевам дома удалось сэкономить на подключении к сетям газоснабжения. Они вошли в программу дегазификации, которая реализуется в Ульяновской области с апреля 2021 года. На основании поданных заявок от жителей Ульяновской области мы в этом году должны исполнить 5326 договоров. Мы эту задачу выполняем. У нас сегодня финансирование осуществляется за счет средств единого оператора газоснабжения. Программа дегазификации на этом не заканчивается. Заявки продолжают поступать. По словам Владимира Камека, в настоящее время формируется план-график дегазификации 2023 года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.